Чё показать? Чё показать? Чё не показываю? Hello. Пока рано, приятного надо приготовить. Сейчас приготовим. Ночью нужно есть. Не можно, а нужно. Чтобы быть самым огромным пиздюком, нужно всегда есть. Днем и ночью. Вообще всегда. Гасюнин про меня не очень хорошо говорил. Че он там говорил-то? Пусть что хочет говорит, не насрать. А где, когда, в какой трансляции, как называется? На самом деле насрать, что он говорил. В том состоянии, в котором он сейчас находится, я не удивлен, что он еще кому-нибудь вызов кинет. Может, мне еще кинет вызов. Вот. Будем на хаммерах с ним, блядь, в лобовуху биться. Мой тяжелее, блядь. Прошибу нахуй. Да-да. Че он там говорил-то хоть вкратце? Кто слышал? Что-то там есть? Мне даже интересно. Да-да, качок в очках. В Инферно все отлично. Все, дела нормально. Назаренко не смотрел. Гастюнин перестал NRGD продавать. О, что там с ним? Очнулся, что ли? Что он начал продавать? Я вообще про Гастюнина говорил, если кто помнит, что у него, походу, крыша поехала чуть-чуть. Я не узнаю Гастюнина, и что-то он какой-то зомбированный. Вот. А то, что Energy Diet, я вообще в душе даже не знаю, в глаза не видел, что такое Energy Diet. Вот. Ну, я не знаю, что с ним стало, блядь. Я ж не виноват, то, что он... какую-то секту попал там. Я даже не смотрю его трансляции. Вот, снесло крышу, это я говорил, да. Чё? Я не знаю, что там Джиндос делает, он должен съезжать оттуда. Должен сваливать. Ксюха в душе. Вот. На самом деле мне все равно, что там говорит Гастюнин. У него, походу, там на всех обострение пошло. Я считаю, что ничего оскорбительного не говорил в его сторону. Я говорил, что у него крыша съехала. Что я Игоря не узнаю, что он там как зомби, блядь. Вот и все. Что там еще я говорю? Вот. Я не знаю вообще, что он там спаривает, но на мой взгляд это шляпа какая-то, вот и все. Что он там еще говорил? Да пусть его слишком много. Вот что я говорил, что Гастюнина слишком много в последнее время стало. Везде, блядь. С какими-то чуваками, блядь, появляется. Что-то там рекламируют все. Непонятка какая-то. Че, бой будет все-таки? Кто, согласились, что ли, они, нет? Я просто не в теме, я немного там посмотрел, как Серега там поугарал все.
Ребятки, видите, вот сейчас только приехал в 2 часа ночи домой, блядь, пиздец. Работы много, там отчетный период, банки, блядь, эти ебаные, всякая шляпа. Работа, пиздец, просто нереально. Днем, сами понимаете, в таком режиме, во сколько мы встаем, блядь. И еще за потом надо успеть что-то поделать, потренироваться еще потом успеть. В общем, жесть. Режим жесть. Кто я? А ты кто? Я никто. Я режу помидоры черри. Почему жена не готовит? Готовит. Я тоже люблю готовить. Помидорки, теперь уже не помидорки, теперь уже огурцы. Огурчики. Блять, народ-то сколько. Я всю жизнь занимаюсь бодибилдингом, ребята, всю жизнь. За 2 недели не накачаешься. Лет 16 занимаюсь бодибилдингом. Я недавно не взвешивался, больше 110. Так. Кто мне поможет похудеть? Нет у меня белковой диеты по жизни, я жру все подряд. 3 торта он сейчас купил, птичье молоко. В моей квартире дочь моя живет с мамой своей, с первой моей женой. Эта квартира съемная. Ну что, тупые вопросы. О, кстати, огурцы соленые. Мы здесь про стероиды не разговариваем. Кстати, прикольно снимает камера. Свет. Тридцать пять лет мне. Анаболики, да. Кровью и потом. Фитаксу. В общем, у нас греческий салат. Величко вас тоже со стероидами пошлет куда подальше. Я думаю. Я безработный. Безработный бизнесмен. Безработный бизнесмен. Да, я в детстве был дрищом, так же, как и все. Сколько банков? Ну, сколько, как вы думаете? 55, наверное, где-то так. Приезжай в инферно померить, блядь. Пиздишь. Я никогда не пиздил. Пиздить не собираюсь.
А если ты, блядь, чмо ебаное, сидящее, дрочишь только, блядь, в монитор своего, блядь, телефона, нахуй. Отключись лучше, пока поебалу не получил. Вот и все. Какие, блядь, дека с установ, идите нахуй отсюда. Ой, да, девушки, извините. Привет, тесак. Хорошая шутка. Шутка зашла. Удачно. Но вы не первый. Вы уже, наверное, сотый, блядь, с этой шуткой. Знаешь, когда кажется, креститься надо. Вот. Если вам кажется, то мне не кажется. Как Гостюнину, мы только что говорили про Гостюнина. Как к нему? Раньше относился очень хорошо. Сейчас я вообще не понимаю, как к нему относиться. Верю в Бога, да. Я вообще не понимаю, в кого он превратился. Гостюнин. Тот Гостюнин, которого я сейчас вижу, блядь, этот кучерявый, блядь, какой-то зомбированный, блядь, дрищ. Это не тот Гостюнин, которого я уважал раньше. Салат приготовил, сейчас грудку буду готовить. Шеи нет у меня. Видите, шеи нихуя нет. Вот. Шею я не качаю. Так, я пошел за грудкой. Так, что у нас здесь с грудями? Это кто? Это никто. Это некто. Так. Телефон испачкал. Типа, походу, в топе, наверное, проскочили. Она понабежала здесь лишних. Да никакого боя не будет. Че вы угораете, что ли? Бой, блядь, какой-то. Блядь. Пусть порезвятся. Пусть Гостюнин порезвится. Мне вообще насрать на все эти бои какие-то. Все это херня такая. Вот. Еще взяли меня туда, приписали, что я там что-то это самое. Гостюнин у меня погнал. Мне вообще насрать, что он там будет. Вообще. Я даже смотреть не буду, искать, что он там пизданул. Честное слово, до лампочки. Че он там? Че с режимом? Видите? Наш режим. Колем, жрем, ебашим, спим. Вот и весь режим. Кардио делаю. Обязательно. Жрать готовлю, не сплю. Сейчас придет. Ксюха побанит нахер всех. Иди сам, знаешь куда, блядь, почитай что-нибудь там. Может, блядь, ума прибавится. Советчик хуев. Фил Хит.
Я не против Кая, я за Фила. Я не против Кая. Че мне против него-то быть? Бодибилдер это на Олимпии лицо. Вы что хотите, блин? Вот кто хочет быть на Кая Грина похожим, подражать ему? Кто? Я думаю, меньше. Фил это более эстетично. Поэтому все-таки Фил тащит. Вот. Я и сейчас говорю, что он арбузоеб. Что в этом такого? Ну, Кай Грин арбузоеб, да. Факт, факт. Арбузоеб. Ну. Так, вон Ксюха идет сейчас. А, нет, она еще пока не идет. Пока еще не идет. У меня нет любимых брендов спортпита. Нет, я сейчас салат сделал, грудку делаю. У меня нету любимых брендов. Я разные покупаю. Что попадется, короче. Ну, каждому свое. Тут-то понятное дело, что Миронов для большей аудитории пример для подражания, ну, в смысле, как хотел бы выглядеть большинство людей. Так как я, допустим, выгляжу, хочу выглядеть, намного меньше людей так хочет. И даже не то, чтобы хочет, а имеет возможность, наверное, прежде всего генетическую, так выглядеть. Это первое. Вот. А второе, все хотят быть здоровыми, но никто не хочет рвать жопу, блядь. Вот. Это, наверное, основное. Спасибо. Приятного вам еще пока жарим. Чуть позже будет приятно. Полезно есть на ночь. Полезно. Чего вам все интересно? Чужой карман-то залезть, посчитать денежки там, блядь, все. Все вам интересно. Вам не все равно? Мне все равно. Как каждый из вас зарабатывает деньги. Мне абсолютно насрать. Абсолютно. Кем работаю? У меня свой бизнес. Личный свой бизнес. Вот там работаю. Как-то так. Фитнес-клуб свой. Так, надо посолить. Приправить. Сплю, ну сплю сколько надо. Сколько надо для восстановления организма, просите, столько и сплю. Так, блядь, где мои приправы? Закончилось, надо новое открывать. Вот приправа. Кому интересно.
Так. А вот ты я. А вот ты мы. Так. Ребят, кому не интересно, у вас всегда есть альтернатива. Если вы нажмете кнопочку «Отключиться», у вас там будет целый список чуваков, которые колются, бухают, всякие малолетки там 12-13-летние хуйню несут. Каких-то шлюх снимают, в каких-то гаражах сидят, бухают, каких-то, блядь, чем только не занимаются. Если вам не интересно, пиздуйте нахуй отсюда, вот к той аудитории. Здесь у нас кружок для своих, кто качается, жрет, спит и занимается здоровым образом жизни. Вот. У вас столько альтернативы там, просто немерено из вашей жизни. Мы, люди, немножко из другой жизни, абсолютно кардинально противоположной основной массе людей. Поэтому я не стремлюсь весь мир перевернуть. Но сделаю для этого все возможное. Ребята, я уже говорил, кому интересно, только международные турниры. Только международные. Олимпия, Арнольд. Вот такие турниры. Ксюха вот там. Ну там, сейчас придет. Ксюха там. Так. Что там про Синтол? Что-то было как к Синтову. Плохо отношусь к Синтову. Точнее, никак не отношусь. Вот. Меня больше забавляют знатоки синтольные, которые, блядь, сплошь везде рядом видят Синтол. Сука, почему я его не вижу? Я вот смотрю на спортсменов, упор не вижу, блядь. А все, сука, видят. Да что ж такое-то, блядь, все рентгены, что ли, такие глаза у них? Рентгены, блядь. Сука, я сколько с ребятами общаюсь, сколько со спортсменами, со всеми. Ну, блядь, ни в одном глазу, нахуй, Синтол не увидел. Нигде, блядь. И остальные все почему-то его видят, блядь. Чё за херня, не пойму. Видно, я, блядь, слепой. Один. У всех остальных зрение лучше. Все видят везде Синтол один. Одна проблема синтольная. Так. Я не ставил никогда в руки ничего. И не собираюсь в руки что-то ставить. У меня руки, блядь, так растут, как на дрожжах. Ничего с ними особо не делаю, они сами растут. Если есть особо отважные ребята, приезжайте в Инферно. С рентгеном, блядь, с врачами, с кем угодно, блядь. Светите, блядь, руки. Хоть что светите, блядь. Только перед этим замажемся на пару косарей еврейских. Ну, чтобы интересно было. Найдете, блядь, с меня пару штук евразиков. Не найдете с вас. Ищите, блядь, у меня Синтол. Есть желающие? Ха-ха. Опух. Да, опух. Вот. Где дырку вы увидели на футболке-то? Где? Дырка у вас в голове. Где дырочка? Я не помню, что я говорил. Ну тут срач идет, я немножко такой агрессивный, настроенный. Злой. Потому что...
Да, есть немного. Нет, предплечья не качаю. Ай, блядь. Ну какая вам разница, сколько у меня руки сантиметров, если вы один хуй не верите? Смысл я вам скажу, если вы скажете, блядь, да ну нахуй, бред, пиздобол. Если вы, блядь, в глаза такие руки не видели, только, блядь, на картинках, вот. Чё смысл вам говорить? 55, блядь. Вот, видели? 55. Вот, и дали. Ну чё, погнали дальше. Приезжайте с метром, мерите. Я никому не запрещаю. Берите метр, приезжайте, снимайте на видео. Я не меряю сам. Мне это нахер не нужно. У меня других проблем хватает. Помимо тех, что это бицепс мерить. Ёбрь какой-то появился. Ёбрь-террорист просто, блядь. Бешеный какой-то, да? Вот она родная. Ой, кто? Я говорю, вот она родная и появилась. Ты где? Я вообще про грудку говорил, но в экран попала ты. Че едим? Вот, смотрите, что едим. Видели? Вон салат. Кусочка. Вот грудка. А у кого-то там еще остался вон спаржа, котлеты и семга. Надо разогреть. Да. Вкуснятина, не то слово. Привет всем. Тут у нас это, левачка поднавалило. Что это? А? Что это? Ну, левых там было. Сейчас что-нибудь напишут, надо их будет. Привет. Так, дай-ка я сниму группу. Так, где наша тарелка? Так. Ты будешь семгу доедать? Да. Тогда тебе сколько этих? Немного. Хватит? Да. Или еще одну? Маленькую давай. Маленькую тебе дам. Да. Все, держи. Спасибо. Есть захотелось? Ну да. У нас такая вкуснотища вообще огонь. Грудка во рту тает просто. Давай чай сделаем. Чай уже сделал. Сейчас его только залить надо. Смотри. Что? А, слей его туда. Так, народ, сейчас мы тут это... У нас процесс. Процесс идет. Детей планируем. Какая вам разница, блин? Что мы планируем? Ну что планируем? Что по плану? Ночной дежур. Мне кажется, нам надо, знаешь, процессы называть свои, вот эти ночные. Ночной дежур. Слушай, там это, ребята говорят, я фильм, это на меня же ебал. Да ладно, надо посмотреть. Наверное, тоже битву хочет. А ты поймешь. Я говорю, что он зомби. Я вспомню, да. Он зомби. Да, мне кажется, про него все раньше, говорят. Раньше про был Гаспюнин, сейчас стал зомби. Да про него все говорят сейчас просто. Говорят, он уже перестал продавать. Говорят, что он там только уже не делает. Пиздец. Что только уже там не делает. Вот.
Вы же понимаете, что Цепанов Миронова с Дашей Гостюнин поднял такую бучу просмотров, пиара, блядь. Цепанув меня, он тоже поднимет еще очередную волну. Мы ж тут начнем, блядь. Поэтому я под эту херню не подписываюсь. Ну, пусть он там хоть обосрется. Вот. Да, Фюкса станет проатлеткой скоро. О, блядь, народ-то сколько тут всякого разного поднабегает. Что-то да. Ну ладно, мы сейчас вот так. Опа. Так, слушай, это надо же подогреть. Ну, можно. Скажи, не кушай. Иди попай пока кого-нибудь. Понял? Там что, пишут гадости? Там, похоже, да, что-то там. Кто-то на понтах. Дека, чувак, бардак, что попало, пишите. Давай вот так, опа, чуть-чуть. А если гостиная вызовет тебя на бой, ты пойдешь? Блядь. Спасибо. Конечно же, я испугаюсь. Конечно же, я испугаюсь. Не пойду. Я пойду. Нет, ты никуда не пойдешь. Я пойду на бой. С Гостюниным. Ты пойдешь на бой с Гостюниным? Да. За что биться-то будешь? За правду. За какую правду? За правду. С идиотами за правду не бьются. Приняв такую хуйню, ты опустишься до такого же уровня, как и они там. Вот я наваляю все. Ему, чтобы это... Вот. Знаете, как есть такая мудрость, да? Блин, я забыл, как там... Спасибо. Типа того, что не отвечайте идиотам. Если вы ответите что-то, вы опуститесь до их уровня, и там они задавят вас своим авторитетом. Что-то типа того, как-то грамотно там было сказано. Чего не спите? Мы едим. Мы едим. Еще несчастная котлета осталась. Так, надо салат заправить. Про карты надо, да. Про карты. Надо и будет. Скоро будет, что вы переживаете? Будет про карта, будет все. Я бомбиссимо, вау. Я бомбиссимо. Ты бомбиссимо? Ксения. Это какой-то свет тусклый. Да. Лампочка уже перегорает. Нет, какая лампочка дебильная, да. А, вилок нету, да? Да, у меня вообще золотой. Приготовит. И так все вкусно. Мне аж стыдно. Чё тебе стыдно? Что я сижу, понимаешь, тут. Мы уже проснулись, а вы еще не ложились. Ой, блядь. Да-да, мы еще. У нас еще вся ночь впереди. Все утро. Да? Спасибо. Так, ну что, у нас дожор начинается, да, ночной. Ты еще не спишь? Ты это? Нет, мы еще не спим. Ну давайте, рвите пуканы, пишите всякие гадости, мы поугараем. Нет, я не наберу с таким режимом. Ксюха похудела, говорят все, да? Да. На правильном-то питании-то. Блять, мимо сахара. Мне пиар вот такой не нужен. У меня столько подписчиков, столько зрителей, сколько подписывается на мой опыт, на мои... на то, какой я есть. Пиарится вот этой хуйней, которой занимается Гостюнин.
Я никогда не буду. Всякие эти бои, блядь, шмали там. Приезжай ко мне, блядь, в клуб и скажи все, что ты думаешь. А там разберемся. А вот да. Это вот поебень какую-то интернетную, блядь, она нахуй не нужна. Гоу, приезжай. Росташанский проезд, дом 3. Инферно фитнес. Гоу. Вперед. Кто? Бессмертный, блядь, походу. Судя по всему. Это, блядь, столько желающих было, до сих пор никто не приехал. Что такое, блядь? В Перископе тут столько желающих, блядь, но никак никто что-то не доедет. Ёбана в рот. Да таких футболок много, ребят. Они это... Что там, Ultimate или что там? Их всем раздавали, где не лень. Их столько в Россию зашло с товаром. Вообще полно. Чаек. Так. Он сказал, приедет. Ждем. Ждем. Когда грудку готовить? К приезду. Блин. Ладно, пофиг, забей. Ребят, все нужно долго заниматься, всю жизнь. За 2 недели не накачаешься. Да и откуда, зачем он к нам приедет? Пусть приедет, скажет, зачем он приехал. Может, уже едет. Я всю жизнь занимаюсь, ребят. Всю жизнь. Почему Ксюша молчит? А? Наем. Наест. Ксюша моя принцесса, да. Что едим? Салат едим, семгу, куриную грудку. А что ты салат не ешь? Пожом? Угу. Кто готовил, посмотрите трансляцию заново. Мы кто готовил? Очень вкусно, да? Ванечка, да. Мы не ложимся спать после еды сразу. Что-то мешало? Я не знаю, кого Арнольд тренирует. По-моему, у него без тренировок там. Я не слышал, чтобы Арнольд вообще когда-то кого-то тренировал. Я не знаю вообще про Назаренко, я первый раз слышу, что он куда-то пошел. Ну давай поженимся, там еще куда-то. Ну, пригласили, шоу, что, шоу? Одним словом все понятно, шоу, телешоу, пиар. Ну, поэтому, что там? Ты чё, тип знаменитый? Погуглите немножко. Погуглите. Нам 58 на двоих. Как зовут-то? Иван Водянов. Понтов очень много. Тебе пишут. Моя дочь?
Да, у меня есть дочь Ксюша. Ей скоро 14. А это мое сокровище. Ей 23. 4. Скоро 24. Тоже Ксюша. Вот. У нас понтов нет. У нас есть просто ответы на вопросы. Какие вопросы, такие ответы. Максюта, кто такой? Дмитрий Нагиев. Дмитрий Нагиев. Здравит Будь написал. Кирюх, Кирюх, ты дома уже? Спасибо, Кирюх. Спасибо. В Москве мы живем. Привет, DMX. Тихомиров, откуда я знаю, где Тихомиров? На какой программе? В бегах. Тихомиров в бегах. Программу вести? Какую программу? Программа СМАК. Нет, дочь не бодибилдер. Дочь художник. Чего? Бред такой пишет. Херню какую-то пишет, да. Батат купил первый раз. Ну и как? Батат это что такое? Картошка. А, вот. Батат это сладкая, да, картошка. Я в тае до хера. Про что говорим? Я не знаю. Всякую херню говорим. Вам тоже приятного аппетита. Я уже съел почти. Там какой-то бессмертный появился. В смысле? Он пишет, где находится мой гей-клуб. Напиши еще разок. Я тебе отвечу, где мой гей-клуб находится. Видать, у тебя три жизни, блядь. Намеренно. Все, теперь салат. Может, ты конфеты съешь? Я извиняюсь за чавканье. Что-то как-то это, не обращал внимания. Гостюнин мне пишет. Да Гостюнин. Пусть пишет, что хочет. Ребят, какие вопросы, такие ответы. Как я разговариваю? Что мне сказать, блядь, пидорасу, которому пишет, где твой гей-клуб? Что мне, блядь, сказать пидорасу, который еще как-то там позволяет себе оскорбление? Вам не нравится? Отписывайтесь. Если вы считаете, что я изменился как-то, был нормальным, стал хуевым, мне не холодно, не жарко.
Вот. Так что вы немножко чат смотрите и реакцию. Вот. Поэтому не это самое. Те, кто меня знает, я думаю, у них мнение обо мне не меняется. Вот. Я такой, какой был. Но иногда я просто вижу чат. Я вот мало когда смотрю, кто-нибудь читает его там. Сейчас я вот сам сижу, читаю, вижу вот это говно. Поэтому, вон, видите, он меня в рот ебал там. Еще чего-то там хотел. Гей-клуб какой-то мой хотел. Вот и все. Так что вот отсюда и ответы такие. Я же не конкретно кому-то говорю из своих, что я там как-то изменился, начал грубить, еще что-то делать. Угу. Да, Ксюшка красавица. Да нормально все. Я думаю, все свои, которые, они все поймут ее. Разное настроение, которое может быть вот от этих вопросов дурацких. Так что нет, инсулин не использую на ночь. Что-то как-то стрёмно это. Да, салатик сейчас добьем. Да? Да, и спать пойдем. Мне еще торт. Мне нужно до углеводов. Я 3 торта зашел, купил в Перекрестке. Они просят, чтобы ты с ними поговорил. Сегодня, видать, не мой день. Да, я сегодня постоянно злой. Что вам рассказать? Хотя на самом деле я не злой. Расскажи им что-нибудь. Птичье молоко, торты. Вот такие, блядь. Здесь уже закончился. Вот, видите, блядь, это уже как закончилось. Вы что думаете, тут показухой занимаюсь этой, блядь, грудкой, там, овощи. Ну, он пол торта захерачил. И все. Вот так вот. Правда. Да. Правда, матка. Да, Ксю? Да, кому-то можно, кому-то нет. А кому-то нельзя. Кто-то представляете, вот... как это жестоко. Да, Ваня? Ну, вообще, торт с халвой, вот эта птичка просто бомба. Мне прям нравится. Ну, если я ем углеводы, значит, мне надо. Зачем? За надом. Зачем? Если вам не надо, значит, вам незачем. А мне надо. Поэтому я ем. Если бы мне не надо было бы, что вы думаете, я ел бы, что ли? Вот мне не надо, я не ем. А вот суши не надо, она ест. Ой. Ксюша, не спать, давай на позитиве. Я устала сегодня, не выспалась. Да нет, кстати, сегодня просто была интенсивная тренировка, не особо тяжелая, Кирюха, я так, мы просто интенсивно бомбили, и я, и Ксюха. Да у нас все нормально с позитивом, да? Угу. Мы жизнерадостны. Мы спокойно. Посмотрите Инстаграм, фотки сегодняшние, вообще огонь. Угу. Светящиеся улыбки целый день. Вкусный вообще салат такой. Угу. Да ешь? Все так салат этот? Не, ну ты что, у меня очень много. У меня что-то уже это. Ксюха, такие фотки сегодня выложил в Инстаграме, классные. Угу. Да я не только сегодня выкладываю такие классные фотки. Вообще всегда. Ой. Говорит, у меня
Зубы белоснежные. Нет, ребят, программы никакие не пишу, никого не тренирую. Нету на это времени, и на этом не зарабатываю, ни бесплатно, ни за деньги. Никак. Ну вот. Ага. Чего? Так я готовлю тебе. Хочешь посмотреть? Ты утром стырь, у меня телефон. Подписывайтесь на мою страницу. Перископим. Ты будешь перископить, пока я сплю? Ага. Буду тебя снимать. Да нет, ты стырь мой телефон с утра. А, кстати, да, можно. Включи здесь на кухне и завтрак показывай. Идея. Только меня не снимай там. А то вдруг я, мало ли, в каком-то там, в какой я позе там, храплю. Да, вообще я салат всегда первым ем, просто сейчас что-то так получилось. Нет, для меня салат — это десерт, реально. Ну вообще салат нужно первым есть, потом остальное. Потому что овощи сверху, они... плохо, они тухнут там. Вот. Овощи должны проходить вниз, а сверху еще еда. Да, Кирюх, все нормально у тебя будет. У тебя... Вот именно. Вся жизнь впереди. Я сегодня первый раз от тебя какие-то зачатки здравых мыслей услышал. Ты сегодня ни разу не сказала своей... Ну, ты понял, о чем, да, проблеме? Ни разу, кстати. Вот я прям охуел, на самом деле. У тебя появились мысли. Улыбался. Ты на правильном направлении мыслишь. Только единственное, что эти мысли надо дорабатывать. Много работы. Вот. Больше всего порадовало, что ты ни разу не сказал про то, что у тебя там происходит. Если ты займешься делом, и все пойдет, ты отвлекешься. Ты отвлекешься от старых мыслей, тебя поглотят новые. Ты больше не будешь? Да. Появятся новые люди, и ты поймешь, что незаменимых людей не бывает. Бывают еще лучше люди. Бывает, проходит затмение в голове. И ты встречаешь людей, которым ты больше нужен, чем предыдущим. Намного больше. Ты понимаешь, кто... где-то потерял, найдет больше потом. Что делает Ксюша? Доедает салат, что она делает. Так что, Кирюх, нос выше. Я строил клуб. Ты знаешь, в какой ситуации, что со мной было, что со мной происходило. И поверь, этого не желаю никому, что там происходило. Но я все равно выстоял, построил его и прошел через все это испытание, которое Бог нам дал. Видимо, такая судьба. Но я думаю, что у тебя ситуация, знаешь, там, у тебя никто, не дай Бог, конечно, не болеет, не умирает. Это все... все наживное. Поэтому давай нос выше и настраивайся на новые дела. Не, рис не буду сегодня, задолбал. Я тортика выплану углеводов. Компенсирую. Все, Кирюх, между нами все, никто не слышал ничего. Делаешь дела молча. Все дела надо делать молча. Это еще одно важное, ну, одна важная вещь, это все дела делать молча. Вот.
Я не знаю вообще перископеров никаких, ребят. Вообще никого не знаю. Мы на своей волне тут сидим. Мы на своей жизни живем. Мы работаем, строим клуб, достраиваем, тренируемся, готовимся к соревнованиям, готовим правильную еду и не смотрим больше никого. Мы в своей жизни. Поэтому не в теме вообще. Нету времени на всяких перископеров или блогеров или еще кого-то. Мы ведь сами ведем свой блог и перископ. Кому интересно, тот смотрит. А других смотреть некогда. Нам нужно готовиться, жрать, качаться, спать, за клубом смотреть, его развивать, думать о каком-нибудь путешествии когда-нибудь, на которое надо заработать еще. Вот. Хорошо смотрелся. Да, хорошо. Чтобы хорошо время проводить, нужно... Плечо с головой. Плечо с головой. Рука с головой, да? Даже больше. Ребят, нету времени смотреть ничего. Вот честное слово, вот завтра подорвемся, до обеда проспим и бегом. В клуб бегом. Какого обеда? Завтра в 10. Старт ну, уже. Мы в 10, да, но я сомневаюсь, что в 10 мы. Чего хоть разок? Что-то на что-то. Ты же с ними в клубе, куда надо быть. О, работа до обеда. Но зато, видите, вон, до ночи мотаемся. Ну, надо, конечно, днем больше уделять время работе. А, кого-то посмотреть просит. Кого? Хорошо отношусь к гидроизоляту. Только там обман, там его практически нет, там 5% этого гидроизолята. Все остальное сыворотка. Шурик какой-то будет блогер. Да. Будь здоров. Бля. Блин. Ну блин. Шурика бедолагу. Блин. Черт, не в то горло. Чай пошел. Все, надо отключаться. Да, все, уже надо спать пойти. Да, у нас обоих большие кружки. Здорово, да. Кто-то хотел одним глотком допить все, и в итоге, блин, не туда полетело. Ладно, народ. Да, кардио пора надо делать. Все, давайте. Всем пока. Вот, Ксюха вам говорит пока. Пока всем. Давайте, счастливо.